Территорию возле памятника летчикам-героям Алсиба продолжают благоустраивать. Сотрудники предприятия ГЛУТ укладывают тротуары, устанавливают бордюры, а также асфальтируют проезжую часть. Работы выполняют несколько недель. Полностью завершить работы на объекте планируют в следующем году. Здесь будет парковочная зона, которой раньше не было. Здесь был лес. То есть мы делаем тротуары, парковочная зона будет, в том числе пандус для инвалидов сделаем. И тротуар, который будет за памятником выходить на федеральную дорогу. Напомним, памятник торжественно открыли в этом году 9 мая на 13-м километре Колымской трассы. В годы Великой Отечественной войны летчики из Аляски на фронт в Сибирь по воздуху перегнали около 8 тысяч боевых самолетов без современных приборов навигации. С 1942 по 1945 годы самолеты из Аляски летели через Симчан, а Магадан был запасным аэродромом. Так, в честь подвига личного состава авиадивизии возвели композицию бронзового американского и советского летчика, которые приветствуют друг друга на фоне крыла самолета.